Ой, люди добрые, знаете, 2 часа назад я проснулась от таких ужасных взрывов. У нас рядом просто в Никола Рюпина, это воинская часть. Столицы такие были взрывы, потом мне звонят люди и спрашивают, что все ли в порядке. У нас, оказывается, беспилотник сбили. Вообще, господи, какой ужас, как это было страшно вообще. Селфи от королевы Инстаграма. Селфи поздно ночью, утром рано. Сама сниму себя.